Любите экспериментировать с мясными блюдами? Тогда предлагаю вам оригинальный вариант. Рецепт приготовления фарша в фольге в духовке с вкуснейшей начинкой. Это сытно и аппетитно. Классический рецепт фарша в фольге в духовке дополнен в этом случае омлетом и сыром. Однако при желании можно использовать и другую начинку по вкусу. Фарш может быть не только говяжий, но и свиной или куриный, в зависимости от вкусовых предпочтений. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. 1. Сперва необходимо сделать фарш, для его приготовления необходимо вымыть, просушить и пропустить через мясорубку мясо, очистить луковицу и также измельчить в мясорубку или нарезать маленькими кубиками, морковь очистить и натереть на мелкой терке, пару ломтиков хлеба замочить в молоке на 2-3 минуты, а затем отправить в мясорубку, свежую зелень вымыть, просушить и измельчить, вбить 1 яйцо, посолить и поперчить по вкусу, все как следует перемешать, если получается суховато. Добавить 1-2 ложки сметаны или майонеза. Рецепт приготовления фарша в фольге в духовке можно использовать не только этот, но и свой любимый вариант. 2. Готовый фарш отложить на время, в отдельной мисочке 3 яйца взбить со щепоткой соли и перца. 3. На сковороду налить немного растительного масла и обжарить омлет с двух сторон, снять со сковороды и немного остудить. 4. Для того, чтобы фарш в фольге в духовке в домашних условиях получился аккуратный, необходимо использовать пищевую пленку. На лист пленки виоложить фарш и разровнять его, отступая от края, виоложить на фарш несколько ломтиков сыра и нарезанный соломкой омлет. Подписывайтесь и ставьте лайки. 5. С помощью пищевой пленки заворачивать фарш в рулет, плотно прижимая каждый раз и ровняя края. 6. Когда рулет готов, его можно виоложить на лист фольги, если фарш не жирный, то фольгу можно слегка смазать растительным маслом. 7. Осталось плотно завернуть фольгу, чтобы в процессе приготовления не вытекал сок, виоложить рулет на противень или в форму для запекания и отправить в предварительно разогретую духовку. В зависимости от толщины рулета, фарш будет готов через 35-55 минут. Подавать его к столу можно в качестве основного блюда или как закуску. Подписывайтесь и ставьте лайки. Такие продукты будут нужны. Фарш 1 кг, молоко 100 мл, хлеб 2-3 ломтиков, по желанию, морковь 1 штука, луковица 1 штука, сметана 1 столовая ложка, по желанию, яйцо 4 штуки, 1 в фарш, 3 для омлета, сыр 100 грамм, зелень 20 грамм, соль 1 щепотка, перец 1 щепотка, растительное масло 1 столовая ложка, количество порций 6-8. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Пока-пока.